Здорово, кексы и кексики! С вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, будем сегодня играть в нашу любимую игру «Черепашки-ниндзя-легенды». И это будет видос про составы от подписчиков. Говорю сразу, составы от подписчиков я делаю из видоса, под которым вы писали в комментариях, видео от 11 июля 2017 года. Ну, то есть, которое сейчас вот было недавно. Вот. Я уже половину составов из этого видео... Ну, из этих комментариев сыграл в предыдущем моем видосе. Вот. И остановился я на чем? Смотрим. Забыл сказать же. Я, в общем, открыл комментарии, читаю комментарии. Тупо сверху вниз иду. И как оно по порядку идет, так и играю. Такие составы. Так, остановился я на Денчике Кексоводе. Ребятки, идем в бой. Выбираем. Так, выбираем. Пойдемте вот этих двух... Парнишек мутузить, наверное, да? Почему бы и нет? Так, Денчик Кексовод написал. Все черепашки ниндзя фильм. Все черепашки ниндзя фильм. И Донни видение. Окей. По фильмецам погнали. Так. Вот один. И кто там? И Донни видение. Почему он здесь затесался среди них? Ну ладно. Нравится человеку, значит, сыграем. Так. Вот он наш Донни. Нужно еще Донни видение. Сейчас мы его найдем. Так, Майки из фильма и Донни видение. Где же ты, Донни? А вот же он. Эй, что не берешься-то? Взялся. Ух ты, тут 51 левел. Что-то я не туда погнал, блин. А, это ж сложный режим, ёшки-матрёшки. Ну ладно. Все равно я их одолею. Ух ты, да тут махнозадые. Сейчас будем их вырубать. Давайте с него вот этого и начнем. Получи мячом от Майки. Смотрите, Майки. Хоп-хоп, разминочка. Хоп. И не убил с первого раза? Да что ж такое? Это мне не нравится, это нам не подходит. Это не круто, как говорит Майки. Я просто мультик смотрел. И он там такой, это не круто. Так, бегут наши товарищи дальше. Так, и тут опять мах нарыл. Получай. Ух ты, критический. Отлично. Лео, давай, зажигай. Класс. Смотрите, с первого удара вырубай. До этого не вырубали с первых ударов. А теперь просто-напросто разрубает на куски их. И ты получай. Вот видите. Донни что-то не справился. Но вот это справится. Донни видение, он со всеми справляется. Он реально своим этим то молотом, то топорищем здоровым. Как ломанет. Просто красавчик. Так, вот у нас тут три этих гориллы какие-то, не знаю. Кренго-гориллы. Отлично, Майки. Так, Сай в бой. Давай, Рафчик, давай, бросайся. Красава. Рафчик-красавчик, ребятки. Так, Донни. Ну, блин, Донни, как обычно, не добьет. Донни, ну как, он больше, видать, по крайней мере, не видение. Донни вот этот обычный, видите, он больше ученый, видать, немножко слабенький такой. Хотя что-то и Лео сплоховал. Ну, Майки за него справился, добил. Ты чё там, работишка, гляньте, минус один сделал. Получай же за это, гад. Все, ребята, третья волна пройдена, победа. Так, следующий состав от Никиты Васенкова. Состав от девушки, наверное, от его девушки, Сони Мизиш. Шреддер и все. Ого, Шреддер и все. Это, конечно, очень красиво. Но тогда нужно идти в какой-то... Давайте пойдем в главу первую. Давненько я в ней не играл. Раз Шреддер и все. Так, парни, вылазьте. Ваша остановка, приехали. Где наш Шреддер? Шредди сейчас будет жечь огни. Так. Один-одинёшенек бежит. Смотрите, ребята, плащ развивается. Такой, опа! Чуть на шпагат не растянулся, наверное. Так, давай, мутусик, братишка. Сырный бро за добро. Давай. Вот так. Так, Мазила. Мазила с Нижнего Тагила, этот робот. Все, поехали дальше. Бежим, вернее.
Шредеру, наверное, тяжело бежать в таких башмаках каких-то. Ух ты, а тут же у нас сразу босс на второй-то волне. Я уже забыл, ребятки, на первом вот этом вот, в первом испытании давненько не играл, очень давно. Чё ты там, лавовый монстришка, вот это вот кричишь? Ниндзи, ко мне, давайте. Давай, призывай их, Шредди. Вот так вот, все там они попрыгали. Сразили его на повал. Отлично, победа. Так, следующий составчик будет у нас, ребятки, от Эрика Квона. Состав все из видений и Донни Ролевой. Пойдет. Почему бы и нет. Так, ну поменяем, поменяем уровень. Поменяем главу. Давайте возьмем главу вторую. Эпизод шестой, пускай будет шестой. Так, все из видений и Донни Ролевой. Не забываем. Шредди, высаживайся, вылази. Главное, Донни Ролевого не прозевать. Видений-то я не прозеваю, конечно же. Донни Ролевой, вот он. Эх, стиранка бы еще сюда. Но не влезет. Потому что видения должны все поместиться. Так. Донни. Донни видения. Так, где остальные? Ух ты. Не понял. Ух ты. Я Рафа пропустил. А где Майки? А вот же и Майки рядышком с ним. Что-то я вообще... Зрение плохое, очки нужно носить уже. Шучу, конечно. Просто невнимателен был. Так, это что такое? 10 уровень. Ух ты, давай, Лео. Лео сейчас всех застрелит. Отлично. Так, бежим, 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 режим. Видения, конечно, суперские. Не знаю, полюбляю их. Так, отлично. Этого тоже сейчас вынесет Рафчик. Вот это оружие, не знаю, как оно называется у Низи по-настоящему. Хоть, блин, загуглить, что ли, посмотреть. Знаю саи, знаю мечи, а все остальные вот эти оружия, не знаю, вообще на самом деле они бывают, не бывают. Может, это просто в мультике придумали. Ух ты, да тут у нас босс. Босс, который сейчас будет отгребать. Не знаю, с первого удара вынесет Рафчик его. Вынес. Отлично. Хорош пыхтеть там что-то, смотрите, бам, упал. Как избушка на курьих ножках, просто-напросто упал и пропал. Упал и пропал. Так, следующий состав, ребятки, будет от Светток. Светток, состав твой сейчас будет играться. И это будет Зек Хан. Кстати, ребятки, внимательно смотрим видео без перемоток, чтобы потом не было претензий Вовкин, почему, мол, не сыграл мой состав. Играю все составы из комментариев. Так, ну и конечно же ставим лайки. И кто не подписан, подписывайтесь на каналчик. Зек Хан Карай. Карай кто? Вот кто Карай? Девчонка, я думаю. Мне кажется, да. Хан есть. Карай есть. Мне кажется, не змея. Потому что, видите, все персонажи люди. Джонкс и Джон Ксеверс. Джон, запятая, Ксеверс. Но мне кажется... Блин. Я забыл, я знаю. А, Ксевер Монтесон. А кто ж такой Джон? Кто ж такой Джон? А, Джон, это может вот этот качок, который любит там, не знаю, целовать свои мышцы. Блин, Джон. Ребятки, блин, я озадачен. Вот это он, что ли? Джон. Наверное, да. Светок, если что, извиняй, ну, блин, Джон. Ну, по-моему, я забыл, как его зовут. Он Крис Брэдфорд. Он Крис Брэдфорд, это не Джон. Ну, Светок, сорян, так получилось. Нужно писать полностью. Я не могу запомнить, кто такой Джон. Кто не Джон. Ксевера знаю, например. Хана знаю, Зека знаю, Зек Антошка. Антошка, пошли копать картошку. Гляньте, это у нас парни, которыми рубашатся ногами. Но вот этот Крис Брэдфорд сюда не входит, конечно. Ну что-то, блин, перепутал я. Опа! С ноги все пополучали. Такие именно худышки все, кроме Криса Брэдфорда. Блин, а кто ж такой Джон? Что-то я уже, блин, даже и вообще сомневаюсь. Не понимаю, кто такой Джон. Джон Траволта, может быть.
Так, а ну-ка, давай край копьем его. Есть, отлично. Одолели гада. Супостата такого. Ю-ху-ху, ребятки ликуют. Ликуют и радуются. Следующий состав, ребятки, будет от кого, от кого, от кого? От Qtollive. Qtollive, наверное, так, правильно. Уже, по-моему, играл когда-то я составчики для этого парнишки. И тоже как-то все время забываю, как его правильно называть. Не обижайся. Qtoll. Ну, наверное, Qtoll. Наверное, как-то так. Так, этих высадили. Кто у нас тут будет? Раф классический, нейтрализатор. Ух ты, нейтрализатор. Нейтрализаторышка. Где же ты? Вот он. И Раф классический. Сейчас мы тебя найдем. Не прячься от нас. Когда же разрабы сделают, чтобы в два ряда были иконки этих героев? Было бы намного проще. Кожеголовый, кролики и Леофильм. Леофильм, Леофильм где-то здесь был, по-моему. Вот он. Кролики и кожеголов в конце. Это я уже немножко подзапомнил. Кролики, кролики, ролики и кожеголовый. Поехали, погнали. Кто у нас? Седьмой уровень, противники. Противные противники. Сейчас буду получать. Ох, на кожеголового все время любуюсь, как он вот это скачет. Как здоровая ящерица какая-то. Такое именно. Прыг, прыг, шмяк, шмяк. Так, кролики, это массовая? Да, массовая. А, отлично. Ну, смотрите, ну реально веселый чувачок этот. Кожеголовый, ну правда он не чувачок, мутанимал, ну в общем прикольный. Так, это что я сделал? Лечилку включил, ёшки-матрёшки, я же хотел с пяточки долбануть, не получилось. Так, кожеголов давай и нейтрализатор нейтрализуй. Третья волна, ребята, побежали, поскакали, попрыгали, кто как. В общем, все добрались. Так, кролики, давайте кузьку сделайте. Так, это кто? Давайте удар пяткой. Да. Лео обычный свой. И кто сейчас? Давайте сделаем красиво. Робота роботом же и надаем ему. Вот так, получай. От братишки своего получил. Кожеголов из кармана откуда достал робота второго. Бракованного, наверное. И надавал по балде второму роботу. Ну а что делать? На войне все методы хороши. Так, следующий состав у нас, ребятки, будет от Санжара Зекина. Санжар Зекин, смотри внимательно, чтобы потом не говорил, что твоего состава нету, потому что он есть. Так, Лео оригинальный. Кто там еще? Донни фильм, Раф фильм обычный. Ой, вернее, Раф обычный. Кролики тут тоже есть. Кстати, кроликов оставляем. Это уже хорошо. Итак, начнем сначала. Лео оригинальный. Оригинальный это, наверное, вот этот, правильно? А, блин, ребята, это классический, оригинальный, это ёшки-матрёшки. Вот он оригинальный, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Дальше кто? Донни фильм. И Раф обычный. Обычный это какой? Обычный, наверное, это классический, да? Наверное, да. Так, Донни фильм есть. Дальше Раф обычный, Микки видение. Раф обычный, это, наверное, Раф классический, правильно? Вот он. И Майки видение. Где он такой? В шлеме таком. Какого-то в кожаной кепочке. Так, погнали. Так, Санжар. Если я ошибся, то, блин, сорян. Но вроде бы правильно. Что Лео оригинальный, это то есть черно-белый. Кто-то мне уже об этом писал в комментариях, насколько я помню. Что Лео оригинальный, это значит Лео черно-белый. Ну, не только Лео, вернее, оригинальные черепашки, они черно-белые. Ну, а если Раф обычный, то, скорее всего, это классический. Мне кажется, я правильно все-таки выбрал. Так, давайте белок накормим. Накормим белкам, пора дать корма. Побежали, белочки, кормитесь. Вот так вот, всех сожрали. Это хорошо. Кто у нас тут? Ой, кто у нас тут? Кто у нас тут? Смотрите, кто. Сейчас они будут отхватывать. Так.
Донни вызывает свой квадрик. О, полился их какой-то заразой. И все умерли. Отлично, а мы идем дальше. И следующий составчик у нас канал Давида. Так, канал Давида. И что он хочет? Какой состав? Макмен, Леонардо, Мульт. Так, собираем, конечно же. Куда ж пойти? Давайте, не знаю, в эпизод третий. Крис Брэдфорд. Так. Макмен, Леонардо, Мульт. Все новые подперсонажи. Леонардо, Мульт. Макмен. Давненько не было Макмена, кстати, ребятки. Ну где же ты? Куча мусора. А вот он. Рахзар, Донателло Видение и Раф Мульт. Донателло Видение. Раф Мульт нужен. И Рахзар. Так, Рахзарушка, где же ты пропал? Вот и он. Все, поехали, ребята. Так, напоминаю, составчик от канал Давида. Так, вот они, три типочка нас тут ждут. Получайте коготочками. Есть. Этот получит от Лео. Удар принимает. И Макмен тапчи люком. Оп. Раньше мне, кстати, Макмен нравился. Вот это как он люком как долбанет. Выносил всех. Ну, это на начальных уровнях. А потом полюбил я вот это вот, когда уже выкачал себе видение, стиранку. Кого там еще? Забыл уже. Донни ролевого. В общем, вот эти мне понравились люди. Давайте, оп, вихрем, ураганом, штормом пройдемся по ним. Пройдется, вернее, Лео по ним. Есть, отлично. Третья волна пройдена, победа. Следующий составчик, ребятки, Рейнбоу Артем. Артемка, привет тебе. Привет. Привет, начальники. Так, на состав ПЖ Лео Мульт. Давайте поменяем только. Поменяем нашу главу. Блин. Пойдем на этих парней. Можно на них пойти. Но только в нормальном режиме, в несложном. Вот так вот. И, например, эпизод 9 возьмем. И кто у нас тут? Лео Мульт есть, остается. Блин, Рафа Мульта вытащил. Он нужен. А он нужен был. Так, ну где ты? Блин, затупил, ребята, немножко. Так, Раф Мульт есть. Кто там еще? Донни Мульт, Майки Мульт и Кейси Мульт. Все, все мультяшки у нас. Майки есть. Осталось найти Донни и Кейси. Козей. Как я его раньше называл. Просто не знал, как правильно произносится. Так, Донни Мульт есть. И Кейси. Ну где ж ты, Кейси? Да ёшки-матрёшки, пропустил опять. Почему так? А, вот же он. Не заметил. Но нашелся хотя бы. Итак, бегут наши друзья, братья. И с ними Кейси. Так, давайте используем, наверное, яичко, киндер-сюрприз. Оп. Хлобысь. Все. Минус один. И ураган от Лео. Лео Мульт. Есть, вынес всех. Вторая волна. Кто нас там ждет? Давайте посмотрим. Маусеры и ниндзя из клана Фуд. Или откуда, не знаю. Наверное, с Фуд. Давайте. Кейси баллончик бросает. Как Мондо Гекко практически, да, ребятки? В принципе, удар похожий. Ну, баллончик с краски, наверное, только другой. Другого цвета краска. А вот и Мондо Гекко, кстати. Блин. Давайте, не знаю. Вот с таким ударом сейчас его вырубим. Это, по-моему, не массово, если я не ошибаюсь. Да, не массово. И осталось у нас 4 медузы. На 4 медузы мы используем вот эту вот фигню. А, это тоже не массовое. Ладно, немножко потанцуем. Немножко музончика. Музончик-кобзончик. Поехали. Майки, как всегда, веселится. Весельчак. Так. Что вы там опять, медузы, начинаете? Да хорош уже выделываться.
все равно получите по заслугам. Не жить вам здесь. Вот так. Один минус. Так, Кэсси. Заклеймил ее. Это, наверное, какой-то это, не клеймо, вернее. Ребятки, электрошокер, да, наверное, какой-то. Вот так вот. Все, победа. Есть, отлично. Так, ребятки, сейчас посмотрю, сколько осталось составов еще. Потому что второе видео уже на 20 минут идет. Ё-моё. Блин, а тут составов еще. Составов еще дофига и больше. Фух, ребятки, видео получится слишком долгим. В общем, сорян, чьи составчики не попали. Скажу сразу, от бандита состав не попал. Светлана Свинкина. В общем, ладно, запилю следующий видосик, наверное, уже завтра. И ваши составчики запишу в том же видосике. Все, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Вступайте в группу ВК, добавляйте в друзишки. Всем буду весьма рад. Ну, а с вами был Вовкин. Пока-пока.